Экстренная помощь и спасение при ДТП. Сотрудники поисково-спасательной службы Ненецкого округа провели очередные учения. В этот раз спасатели проверили готовность к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший в сознании, кровотечения нет. Первоочередная задача спасателей при ДТП – сохранить жизнь водителя и пассажиров. Поэтому на месте аварии спасатели прежде всего осматривают салон автомобиля и проверяют состояние людей. Согласно легенде учений, машина сильно повредилась и нет возможности извлечь пассажиров. В этом случае в ход идут специальные приспособления. Для вскрытия и разрезания автомобиля спасатели используют гидравлическое оборудование. Перед началом операции автомобиль необходимо стабилизировать, пассажирам и водителям обеспечить безопасность. Счет раз, два, три. Транспортировка пострадавших требует знания правил оказания первой медицинской помощи. В данном случае спасатели эвакуировали водителя с повреждением позвоночника и переломом правой ноги. После этого пострадавший передается бригаде скорой медицинской помощи. Есть утвержденный план-график, это раз в неделю это точно, проходит каждая смена, приезжает, отрабатывает навыки свои, повышает квалификацию. Ну, тренировки нужны, чем чаще, тем лучше. Ну, ДТП у нас происходит часто, но выезжаем мы не всегда, как бы не такие тяжкие. Это когда тяжкие последствия, зажаться в пострадавший, и нужна наша как бы помощь. Одно из последних ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей, произошло в 2015 году в январские праздники. В результате аварии человек погиб и был зажат в кусках железа. Был случай и на Зимнике. По итогам учений группа спасателей за проведенную операцию получила положительную оценку. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».